Ну что, господа, существует классика. Классика жанра. И классику жанра, ну, в смысле, американский классический грузовик вам представляет любимая нами фирма МакТранс, что на Белорецком шоссе 15, это выезд, соответственно, в сторону Белорецка. И в этот раз, и по просьбам трудящихся водителей в том числе, и по просьбам ФОМ неверующих, это бизнесменов в том числе, привезли вам вот такой грузовик. International 9200T. Но суть-то события в чем заключается? Суть-то события заключается в том, что это классический американский грузовик в идеальном состоянии за потрясающе низкую сумму. 1 миллион 550 тысяч рублей. Да, кстати, и пробег у нее тоже не очень большой. Но как такая машина сохранилась? А я вам открою секрет. Существует работа такая под названием, похоже, ФБР. А может, это полиция. Так вот там на машинах-то практически не ездят, они там служат. Либо здесь ездил очень аккуратный водитель. Потому как, ну действительно, вот даже все те приблуды, которые здесь стояли, они не продырявлены. Панель девственно чистая, и сколько хрома, сколько удовольствия. Вот эта машинка. А посмотрите внутри, что сделано. А внутри все под кожу. А еще что здесь есть? А здесь есть фароискатель. Ох! Ну, конечно же, пневматическая подвеска сидений. И здесь есть 14-литровый Каменс. И здесь есть в этом автомобиле, хотя он не стандартный двухспальник, ну, имеется в виду по высоте. Здесь, тем не менее, два спальных места, и это очень удобно. Что касается непосредственно цены на этот автомобиль и цены на такие машины вообще в городе Магнитогорске. Ну, как вы видите, проблем с передвижением на этом автомобиле, классическом красавце International на сайте IKEA, между прочим, я не имею никаких. И опять же, тот самый 14-литровый Каменс, он позволяет ехать и тащить за собой фуру. Так вот, для кого такие машины сегодня и сейчас? Сегодня и сейчас я бы хотел, чтобы парк городского автотранспорта, вот те ЗИЛы 130, которые пытаются цемент перевести, они в конце концов, ну, ушли, ну, несерьезно. Красивый город, серьезные дороги, мощные структуры. И вот для таких структур такие грузовики, которые проходят и по кредитную линию, и про лизинговую линию. Так, а теперь цена вопроса, и стоит ли ехать в Питер. И из собственного опыта я вам так скажу, что ехать в Питер не стоит, потому как, ну, я посмотрел там машинки, такого качества не видел, и действительно, и это правда. Теперь, что касается фирмы МакТранс и представительства в Питере. Ну, выбираются только исключительно машины высокого качества, за которые перед вами несут ответственность. И эти машины, кстати, при должном уходе ездят очень-очень долго, не доставляют проблем, доставляют удовольствие. Так, а теперь самое главное для тех, кто все-таки продолжает бреть головастиками, типа ман, типа европейцев. Я вам серьезно скажу, что только американская техника предназначена для тяжелых российских условий эксплуатации. И не так давно, и многие смогли в этом убедиться, по закрытым перевалам Башкирии, невзирая на предупреждение милиции о том, что вы не пройдете, благодаря включаемой блокировке всех колес, какое-то чудо и наслаждение видеть чувство зависти из кабин грузовиков, стоящих и шлифующих. И в этом смысле америкосы, конечно, рулят. Теперь куда ехать за такими грузовиками и что есть в наличии? Ну, в наличии есть не только вот этот семенин красавец International 9200T. В наличии еще два грузовичка. Один чуть подороже, другой чуть повеселее. А в завершении я хотел бы сказать, что, в принципе, вы, конечно, можете на заказ привезти себе и Кенворд. Если вы уж частник и любитель покататься, машины просто бесподобные. Машины удобные, комфортные. И, кстати, очень быстрые, потому как вот 100 км в час для этого грузовика – это крейсерская скорость. Даже невзирая на то, что за вами там фура может быть груженная и не под 25 тонн. Ну а в заключение я хочу послушать, как звучит. Не вот так вот. Это вот так. Тепловоз.
вперед летит. Где у нас остановка, не знаю, потому как ресурс этих двигателей практически бесконечен. Ну, если только вы будете вовремя менять масло и фильтра.